Правоохранители Харциска разыскивают свидетелей разбойного нападения, случившегося 2 августа в 10 часов утра на улице Советской. Трое неизвестных в камуфляжной форме устроили засаду у магазина ювелирных изделий «Красотка». Они подождали, пока продавец откроет входную дверь, после чего напали на женщину, связали ее с помощью канцелярского скотча и опустошили витрины ювелирного магазина. Охранника в торговой точке не было. Забрав золотые украшения, грабители спокойно покинули место преступления. Правоохранители Харциска ищут очевидцев. Напротив магазина находится автобусная остановка. Возможно, кто-то в ожидании общественного транспорта и стал случайным свидетелем ограбления. Правоохранители Харциска обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности и местонахождения троих злоумышленников, совершивших разбойные нападения на продавца магазина ювелирных изделий «Красотка», расположенного по адресу город Харциск, улица Советская, дом 6, которое произошло 2 августа примерно в 10 часов утра. Если вы стали свидетелем данного преступления, либо располагаете информацией о лицах, причастных к совершению данного преступления, сообщите по телефону 102, либо обратитесь в сектор уголовного розыска Харцистского городского отдела полиции. Официальность гарантирована.